Привет всем, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики. Сегодня будет у нас передача «Хочу пожрать», и мы сейчас находимся в гостях у моего давнишнего знакомого Ленчика, которого мы познакомились в Таиланде, это наш подписчик. И сегодня, что мы, Ленчик, будем готовить? Сегодня мы будем готовить курицу в беконе, запеченную с багетом. Ну и все, так что, ребятки, оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь, ну а мы приступаем. Что нам понадобится? Нам понадобится куриная грудка, но мы здесь взяли бедрышки. Рекламу делать, конечно же, не будем. Бекон, чеснок, оливки зеленые без косточек, помидорки, черри, ну это почти как черри, раш. Так, ну в принципе, и багет. Можно использовать чиабатту. Перво-наперво мы делаем из оливок маринад. Сейчас мы это все дело мелко нарежем, смешаем с чесночком, оливковым маслом, перчиком и солью. Ну а потом всем этим делом натрем нашу курочку нежно, как любимую девушку. Количеством посуды, к сожалению, ограничен, поэтому пользуемся подручными средствами. Так, Ленчик, сейчас мы сюда добавляем мелко нарезанный чеснок. Да, перчик и соль. Угу. Ты чеснок так шинкуешь или чеснок отдавилку? Чеснок отдавилки нет, поэтому просто нашинкую. Ага, ну давай. Давай, показывай свои поварские способности. А у тебя дощечки тоже нету? Нет. Ну подожди, кто ж так делает? Все нормально. Сначала его надо это, давануть. Сейчас давану. И ножик один. Все жду. Беда, летчик. Придет посылочка моя. Сильно перебарщивать чесноком не будем, а то мне вечером свидание. Кстати, девчонки, я парень холостой, если что. Мое сердце открыто. Пишите. Уважаемые наши дамы, неоднократно уже я знакомил людей, так что если кто-то хочет найти Ленчика, познакомиться с ним, пишите мне ВКонтакте, и я обязательно вас сведу. Думаю, у вас все получится. Ну, не понравится, разведетесь. Специка у меня, ого-го, соль непростая. Морская? Морская. С Таиланда? Едерево. Угу. Морская гораздо соленее, чем обычная. Перчик черный молотый. Это сколько? Полжмены? Полжмены. Добавим немножко кавказских трав. И маслица. О, вкуснотень какая. Все это дело мы перемешиваем. В идеале, конечно, это прогнать все через миксер, ребят, чтобы была такая, скажем так, более или менее однородная паста. Ну не миксер, а блендер. Блендер, да, блендер. Но, смотрите, можно и так. Может тебе блендер подарить? Боже. Для дома есть. Да. Ну, что ты не сказал сразу? Не, я тебе от души. У меня два блендера, один тебе могу отдать. Ну тогда в следующий раз, когда я уже приеду к Вадюше.
Я просто в Таиланде тоже. Главное не забыть. Ребят, специи добавляем чисто основываясь на вкусовых своих ощущениях. Я говорю, закусочка, в принципе, такая получается. Ребят, ну и после того, как готов наш соус, мы приступаем уже просто промываем мясо. Мы взяли такие бедра. Да, они без кожицы, как вы видите. Сейчас мы это все хорошо помоем и будем уже нашим маринадом натирать курицу. Можно, кстати, можно лучше в идеале, конечно, брать куриные грудки, уже очищенные от кожи. Но, в принципе, это сойдет тоже. Ну что, друзья, после промытия, омытия наших... Омовения мясных изделий, берем, делаем небольшие надрезики ножом, чтобы, скажем так, все вот это наше... Весь этот наш маринад просочился, пропитал полностью мяско. Лучше, конечно, делать по волокну. Предыстория этого рецепта такова. Надо же немножко ребенка. Как-то раз медведь порол пчелу. Пчела кричала: ой, умру, умру. Вот так вот и появился этот рецепт. Так, на самом деле, ребят, познакомился в Таиланде с одним очень интересным французским шеф-поваром. Вот. Из мишленовского ресторана. Вот это я шучу. И он мне показал несколько секретов французско-итальянской кухни, собственно, которые сейчас показываю я вам. Потому что берем просто-напросто и вот это дело аккуратненько так вот чик-чик-чик. Сбагриваем. Чтобы мясо пропиталось. Немножко должно полежать. Можно она была в кастрюлю сложить и этим, с этим перемешать, он замариновался, да? С чем можно так, в принципе, она все равно потом будет заворачиваться в бекон. Угу. Вот, так что... Главное основное колесо, там немножко вкусовую, так сказать, пропитало. Все. Но можно и в кастрюлю, чтобы снизу сверху. Но мы, ребята, еще раз вам повторим, просто с посудой рамс, поэтому, делаем из подручных средств, можно так сказать. Нет хозяюшки в Ленчика, нет посуды. Вот у меня все по минимуму. Как у латыша хует душа, да? Можно так сказать. Он немножечко полежит. Сколько минут, Ленчик, это все должно мариноваться? Минут 15 полежит. Все равно это все будет запекаться, вот, поэтому... Как бы, в принципе, как таковые вкусовые свойства, они все передадутся уже потом при запекании мяса. Ну, теперь берем бекон. Бекон, конечно же, промывать не будем, потому что слишком тонкий. У нас здесь, дорогие друзья, не только мы готовим на кухне, но еще готовим по телевизору, так что здесь креветочки готовят. А мы мясо. Добавляют холод и лед, чтобы держать их в холоде. Нужно поддерживать температуру не более 10 градусов во время... Там креветочки, ну а мы готовим курочку. Ну что, друзья, берем бекон, аккуратно его вскрываем и аккуратно друг от друга отслаиваем, так как бекон – это вещь тонкая. Берем наш кусочек курочки и аккуратненько заворачиваем в этот бекон. Все это дело аккуратненько укладываем на противень. Так, что-то бекона на все не хватит, мало взять. Ну, насколько хватит. О, кстати, попробуем. Сделаем часть вот в этом маринаде, в беконе, а сделаем часть еще там, еще в какой-нибудь шалабуде-буде.
Такой звук. Я не буду говорить, чем он сравним. У меня просто давно не было девушки. А здесь чавкает, как как только вынул, блин. Вот поэтому, ребята, я так часто готовлю себе. Вы не подумайте, я ничем дополнительно не сбагрю. Я может просто помять их. Не, ну это нормально, ладно. Вот эти хоть чуть-чуть получились. Так, ну остальные... Остальные, я думаю, мы запекем просто так. Просто так, да. Блядь, скорее бы ты бабу нашел, ёпта мать, блядь. Нам тебе хоть посуду нормальную домой принесла. Короче, ребята, девушка нужна будет только, у которой есть своя кухонная посуда. Других девушек мы не принимаем. Неважно, там страшненько, не страшненько, лишь бы была посуда и умела готовить. Не, готовить-то, в принципе, я могу. Была бы посуда. Да. Короче, единственный критерий к девушке, который как бы будет востребован, чтобы девушка была с посудой. Вот и все. Там уже сами хабатурки. Далее берем помидорчики. Промываем. Для сока. Так мы кидаем, попалялись. Я думаю, где сок и так достаточно будет, потому что, в принципе, бедро, оно жирное и как бы не будет вот сухости, как, допустим, от грудки, ну и плюс еще бекон. Опять же, берем одну дольку чеснока, ну это все делаем, опять же, этим чесноком сбагриваем. В принципе, можно еще все это дело слегка смочить оливковым маслом, но так как у нас есть здесь бекон, жира в него, в принципе, будет достаточно. Теперь все это дело мы берем. Ну, у меня крутая духовка. Не знаю, как у вас. У меня есть тут программа «Помощь приготовления». Нажимаем ОК, и можно выбрать, вот, допустим, птица, торт. Все, что хотите. Круто, да? Круто, да? Нажимаем ОК, цыпленок целиком, индейка целиком. Здесь есть куриное филе, либо вот это рачка. Выберем окорочка. Запрограммированные рецепты. Все, сейчас она нагреется до 190 градусов. И мы все это дело поставим на примерно 15-20 минут. А вы оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь. Друзья мои, ну что, очередной шедевр кулинарии у нас готов. Ну что, открываем, смотрим, что у нас получилось. Вкуснятина. Ароматы ванили. Ну вот, собственно, вот так вот все это дело выглядит, ребят. Ну давай сейчас будем пробовать. Нет, мы сейчас пробовать не будем. Мы сейчас это выложим все в сковородочку. Это немножечко еще постоит минут 15, а мы пока сделаем багет. Хотя можем. Не будем ее. Давай. И немножечко польем сверху для золотистого оттенка этими смаками. Ребятки, сейчас мы будем приступать к дегустации, так что я понимаю, что у вас уже бегут слюни. Ну, потерпите, потерпите. Я думаю, у вас будет уникальная возможность это все приготовить дома, потому что, как вы видели, все ингредиенты, ну, элементарные. Ну, соответственно, кто хочет, конечно, использовать куриную грудку, но мы белое мясо не очень едим, поэтому использовали бедрышки. Ну что, дорогие друзья, самый-самый момент отведать. Что же у нас получилось? Да. Давай, будем пробовать.
Запашок, конечно, изумительный. Ребятки, взяли, кстати, еще вот такой батончик пропитанный чем-то там. Знаю. Здесь уже идет с маслицем и с паприкой. Все, давайте. И поделимся с вами нашими впечатлениями о скушанном. Как тебе приобщение к высокой кухне? Ребят, короче, вот чисто мое мнение, ну, как говорится, мое оценочное мнение. Если бы вот это было бы все сделано с куриной грудки, все было сухое, вот честно вам скажу. А так, сочное, во-первых, вот эти сочетания вкусов, вот оливок, бекона и вот помидорок со всеми специями, да, дают такой вот тонкий-тонкий аромат. Короче, я признаюсь честно, я такого никогда не ел и не пробовал. Поэтому рекомендую попробовать рецепт, ребятки, простой, сами все видели. И будем вам очень признательны, если вы поставите под этим видео пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на канал Ленчика, ссылка будет в описании. Ну а на сегодня все, всем пока и до новых встреч.